Так, хочу рассказать про глагол être. В данном предложении он стоит passé composé. Это время, которое используется во французском языке с глаголами движения. Глаголами движения и рождения смерти. Naître, mourir, aller, arriver, sortir, partir и так далее. Так называемый дом être. Что касается его спряжения, существует 6 форм глагола. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils ont. Во французском языке, как и в английском, если проводить аналогию, существует несколько форм спряжения глаголов «быть». В английском языке это глагол to be, во французском языке это глагол être. Если мы проведем эту аналогию, то поймем, что в английском языке существует 3 формы глаголов I am, you are, he, she и is. А во французском языке этих форм будет больше. Как я говорила в своем предыдущем видео, их 6. Для каждого лица своя форма. Je suis, tu es, il, elle, elle, et, nous sommes, vous êtes, ils ont. То есть я есть, ты есть, он, она, оно есть, мы есть, вы есть, они есть. Простота французского языка заключается в том, что эти формы выучиваются один раз и выучиваются для того, чтобы впоследствии на них нанизывались другие времена. Как-то passé composé, прошедшее время сложное. И эти формы используются для пассива, так же, как в английском языке. То есть их изучение, оно является такой основополагающей базой для дальнейшего изучения языка. Поэтому я подумала, что, возможно, я рано начала с passé composé, и это видео я решила сделать и оставить как видео, конкретизирующее положение предыдущего видео. Спасибо за просмотр.